Ребята, всех приветствую на нашем семейном канале. Ну что, заехала я, как говорится, подкупиться. Вот опять Kaufland. Вот. Покажу вам еще дома, конечно, обзор более детально. Ну что я могу сказать? Бананы купила, клубнику купила, абрикосы купила, багетики купила, как всегда, булочки, колбаску, напитки, рулетики. Девчатам вот такую штуку, мясо взяла. Мясо вон у нас, мякоть по 4,44 килограмм. Ну, взяла побольше. Вот. Тут также этот рулет взяла. Тут за 4,44. Потом вот взяла шею. Шея была у нас тоже 4,89 килограмм. Вот. И антрикотики взяла. Две упаковки по 4,79. Огурчики взяла. Ну, в общем, все про все. Все про все сегодня. Kaufland, как всегда. Kaufland 59,65. Вот. Так что вот так вот. Дома еще, если успею, сделаю подробно. Также скидки были. Вот, ну, присутствовали, но что мне нужно было, я взяла и за 50%, и за 30%, а так большинство, как говорится, и по акции брала. Вот купила, далее на 75%, такие вкусняшки. Вот, так что вот так, Татель. Все, будем укладываться. Вот, будем укладываться. Сейчас. Здесь была в другом магазине, вот тут сладости набрала, соус с солями по 25 центов, вот. Ну дома сделаю, здесь у меня, сейчас минуточку скажу точно, сладости тоже, здесь у меня, сейчас, минутку, где у меня еще один, Kaufland. Вот она, нашла, чтобы многословно не быть. А здесь у меня на, так, фокусируйся, на 45,50. Ну, я вам сейчас его постараюсь показать. Вот полотенце. Во. Это все продукты. И вот. Тут 59 с копейками, почти 60. Ну, и здесь 45,50. Все. Взять мне только получается осталось воды. Так, закупка у меня произведена. Продолжаем мы наш влог. Да? Дома я уже, тут главная моя помощница. Вон, сейчас я вам покажу помощницу мою. Показываю вот эти вот такие, как я вам говорила, три упаковочки булочек купили, которые готовить надо будет. И вот сейчас вам покажу, что у меня вышло на 105 евро 15 центов. Вот. Начнем с Kaufland, да? Дочь, убирай это. Вот. Мясо я вам показывала. Ну, во-первых, это вот как. Два магазина здесь. Мой кофе стоит. Ну, это ладно. Вот. Тут вот у меня два белига. Начинаем. Как я и говорила, по мясу. Все брала по акции. Акция по 4,89 мякоть килограмм. Здесь 4,79 килограмм. Вот антрикоты. Две упаковки. Свинина, да? Это свежая, да? Охлажденная. Катюшка. Вот здесь я брала по 4,44, вот, килограмм. Вот видите, до 23.06. Вот это можно тоже сделать. Три упаковки я брала. Катюш, помогай. Вот, сейчас дальше. Огурец по 69 центов. Вот. Так же, как и говорил, две упаковки взяла. Вот по 75%. Датель вкусный. Вот, убирай, дочунька. Морковный салат взяла на 50%. Видно, нет? Скидку, да, за 74 цента. Вот. Потом... Вот так, чуть-чуть.
Потом взяла напиток на 30% по 48 центов. Вот, вот еще упаковка мяса. Надо чуть. Вот. Рулеты взяла сладкие, тоже со скидкой. Они были на 51%. У них была скидка. И стоили они сейчас. Минуточку. Лизашка, поздоровайся. Привет. Да. Их взяла. Да, Горкин 69. Да, Тель по 74. Да, это тебе. Да, это тоже. Все со скидкой. Все взяла со скидкой. Да. Вот, все хорошо. Багеты, так, багеты по 99 центов тоже со скидкой взяла. Можно, конечно. Дочь, бери вот. Ти-ти-ти-ти-ти-ти, туда не это, я еще не делала. Я сначала Kaufland, потом другой магазин. Вот. Так, я вот что-то не могу найти, сколько у меня рулеты. Не помню. Я помню, что они были в Ангиботе. А поскольку... Да, а, вот 42%, да, это тут. Так, 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 Гуркин, Датель. Абрикосы за 2 евро взяла. Багеты взяла. Ага, баквары взяла. Ойра 29. Вот они. Ойра 3 штуки я взяла. Подожди, дочунь. Вот. Ойра 29. Я взяла по 400 грамм. Так, уносите, девчата. Вот эти колбаски были по 88 центов, да? Да. Угу. Они вот были. Дочина, забирай. Мяско вот это я вам уже показывала. Вот. Что я еще в Кауфланде взяла? Так, вот это я взяла. Клубнику я взяла. Да, за 4 евро килограмм. Вот это полкило, 2 евро. И бананы вот я взяла на 50% скидку по 83, да, за все получается, да. Сколько здесь, я чуть не посмотрела. Вот, так, дальше, что я еще здесь? А, абрикосы я взяла. Так, абрикосы, да, вот, абрикосы по 2 евро, ой, 98. Так, переходим к другому магазину. Вот такие напитки взяла я. Ну, вот я показывала, вот, видите, какое полотенце. На 45-50. Вот это вот все на 45-50. Но здесь больше, конечно же, это... Сладости, да? Да, это этот пудинг. Зане пудинг. По 95 центов. Эти, по-моему, по 75 центов напитки. Вот это, знаю точно, солями по 25 центов. Где там, найди мне солями 25 центов. Сколько здесь грамм? 130 грамм. Вот я взяла 4 почти, ну, упаковочки. Где? Вон Лизаха нашла, вон они. Солями. По, ну-ка, фокусируйся, по 25 центов. Вот. Дальше взяла вот такие фаршированные перчики по 50. Ну, здесь удобно, здесь уже стоят цены. Такой сыр, 50. Вот. Этот был, по-моему, по ойра. Да. Это был 2,20 квада. Сладости, 19. Эти сладости, две упаковки, 3 евро. Это ойра 49. Триглейте. Так, это сколько? Вот это стоит, нет? Тоже что-то там. Надо посмотреть. 2,49 печенье. А, энцунда эти разжигалки взяла. Две упаковки по 95 центов. Думаю, пусть будет. А, вот что я взяла. Путин, это индюшатина, бекон такой, вот как вот он, по 11 евро, 1 цент килограмм, я за 2,86, он 260 грамм взяла. Солями также взяла, стоил 4,99 килограмм, вот, ой, 40 минут. Здесь тоже кохшинкин, то бишь, ну это свинина. Ну вот, тоже 5,99 килограмм за 2,19. Сладости были. Вот, они по 99 центов. Вот такой кезе крема, помазушка, ойра 25. Вот еще второй, вот я пудинг вот такой вот взяла. Большой он. Сколько здесь? 500 грамм, наверное, да? Да, 500 грамм. Набери, дочь.
Потом вот такие вот консервированные болгарский перчик. Вот. Он ойра 49. Цацики за 95 центов. Мои оливы, по-моему, 69 центов. Такие вот корнишон. Одни острые, другие обыкновенные. Рассол по 40 центов. Печеньки ойра 49. Сладости за ойра 59. И китикет идет. Тоже что-то ойра 29. Вот все. Вот эти-то. А, соус вон острый еще взяла. Сегодня готовить буду. Вот, капусту мариновать с мясом. Все. Все. Все показала. Все я вам показала. Дочь дешевле. Вот, делитесь в комментариях своими ценами, что у вас подорожало. У нас тоже подорожало, да? По акции берем, да? Катюшка бегает. Так что делитесь своими ценами, тоже будет очень интересно. А у меня сегодня домашние пельмешки. Спасибо на дядюшка мой напёк. Наделал. Сейчас они у меня закипят, и я поставлю. И вот он нам еще сколько оставил. Мы уже два раза варили. И вон еще сколько. Он надел, я наморозила. Когда по-быстрому что-то хочется или не хочется заворачиваться. Быстро-быстро. Ага, вот они у меня закипают. Я их ставлю на 5 минут. И они у меня варятся. Девчатам сейчас будут пельмешки домашние. По-моему, тройной. Тройной фарш. Или двойной. Не буду сейчас тоже. Или двойной, или тройной фарш. Да. Пахнут. И лаврушечка. Я еще люблю сюда перец с горошком, но девчата не очень любят. Но я себе потом добавляю. Что вот так вот. 5 минут. 5 минут. Пусть готовится. Прикроем крышечкой. Пусть готовятся. Пахнут. Какую сегодня в Кауфланде купила клубнику. Я вам показывала. Пахнет тоже вкусная. Как с картинки. Бесподобная. Девчата сейчас покушали. Запах. Бесподобный. А наш папа детством мается. Папа, ты детством маешься? Вон еще маленько говорит. Мы накосили. Сейчас океан затихнет. Пузырьки видите? Видим. Сейчас будет. Не надо, я видео делаю. Ань, ты чё? Диверсия? То, я с видео. Ой, хорошо так. Анечка? Я говорю, она в новом. Да, как у них тут это? Да. Ой, красота. Анюнь, Катюнь. Во-во-во, засад. Это мой х... я тут при чем? У нас... Так, ладно. А у нас вот тут красота какая. Вы видели мои прошлогодние? Не зря я их спасала от гусениц. Видите, какие красавцы. Так, подождите, покажу, отодвину. Вот, с этой стороны. Даже вот они. Такие вот у меня кусты. Вот эти вот убрали. И вот. Вот прошлый год. И вот делайте выводы сами. Что, конечно, стоило их спасать. Ага, бесится. Беситесь, да? Закончится.